Всем привет из Канады! Я снова в своей ванной, и сегодня вы последний раз можете лицезреть нашу старую ванну. Сегодня последний день, когда она существует. С завтрашнего дня у нас начинается ремонт, и к нам придут уже ее ломать. Все вот это вот выломают. В общем, ничего вот этого вот не останется. Я сегодня с ней прощаюсь. Говорю ей goodbye, моя старая ванна. Разгребла я свои вот эти вот шкафчики. Уже вам кое-что покажу, что из этого получилось. Вот, короче говоря, значит, ну что, давайте начнем. Освободила я вот эти вот шкафы. Видите, как здесь было? Здесь был просто шкаф, и мы вот эту пластиковую штуковину приспособили для того, чтобы создать какую-то иллюзию полок, в общем, чтобы на них что-то можно было положить, но это не очень удобно было, потому что здесь дырочки всякие, в общем, как бы положить можно было что-то такое, мелочь особенно не положишь. Вот это вообще у нас не имело полки, вот просто вот такой вот шкаф, там то же самое, вторая. И все, что я выгребла и выбросить, ну, много чего я оставила. Вот это вот то, что я выбрасываю, два мешка. Набралось у меня мусора. И, в общем, здесь старая косметика, уходовая. И, в общем-то, не только уходовая, какие-то банки, склянки, какие-то старые тени, которые уже давно пора было выбросить. Какие-то девайсы, вот, которыми я вообще не пользовалась никогда в жизни. Старые лаки для ногтей. Ну, в общем, вы видите, да? Ну и тут такое же тоже. Такие старые коробки, хлам. О, девочки, вот это я вам хочу показать отдельно и особенно. Это мой позор и стыд. Поддавшись на соблазн рекламы. А вы знаете, как по телеку иногда показывают чего-то рекламу, и вы покупаетесь на это, и вам кажется, что класс, это такая классная штука, она так будет здорово работать, потом вы покупаете, и по отношению к вам она вообще совершенно не работает. Шиньончик, волосы. Сейчас я вам покажу. Сейчас, подождите, выключусь, наверное. Вот он мой позор. Дай моей глупости и тому, что я верю тому, что показывают по телевизору иногда. Вы знаете, это такая штуковина, ее очень рекламировали, что вы надеваете ее как обруч. Вот так вот, здесь вот такая вот резиночка мягкая, значит, вы надеваете ее на голову. И таким образом вот она у вас надета, и у вас получается такой вот экстеншн, как бы вот волосы, у вас их больше, их много становится. В общем, я не буду сейчас вам это примерять, тем более, что я накрутила себе вот куксу на голове. Это просто это такая глупость, это совершенно не работает, у вас как будто бы на голове резинка, и, в общем, болтается вот этот хвост совершенно без всякого толку, кроме всего прочего, что мои волосы, в общем, такой же длины. То есть, чего я там удлиняю, я не знаю. Ну, в общем, идет в гарбич, в мусор. Как не пугайтесь количество зеркал. Эти зеркала, которые я сюда собираюсь сюда повесить, они выглядят в моей ванной. Они, конечно, будут, я их просто поставила, а они будут висеть. И они будут выше, они будут такой же высоты, как вот это вот зеркало, которое сейчас есть. Ну, их будет два. Вот так вот они будут висеть. Я думаю, что будет неплохо. Мне кажется, что будет хорошо. Я еще заказала светильники над ними, над каждым из них по светильнику. Сейчас у нас 1 на 4. А у меня будет 2 по 3, по-моему, если я не путаю. И будет, в общем, значительно светлее. Теперь, вот что касается кранов. Вот эти краны будут у меня вот над раковинами. Значит, я их заказала онлайн. Это бренд Moen. Это очень известный у нас в Канаде. Считается очень хороший бренд. Выглядит он таким образом. Сейчас я открою. Не знаю, девочки, вам озвучивать цены. Если вам интересно, то вот этот кран стоит $20 каждый. И, ну, тут плохо, что видно. В общем, ну, вот кран. Вот он лежит в упаковке. На картинке, даже на коробке, наверное, лучше видно. Так вот он выглядит. Кстати, по поводу покупок онлайн. Вот хочу вам показать. Это был первый вариант светильников, который я купила для того, чтобы повесить над зеркалом. Я сейчас, к сожалению, не сняла его распаковку, потому что... Ну вот не сняла, не знаю. И я, честно говоря, когда заказывала это онлайн, я думала, что это будет вот такое вот, знаете, такое как бы хрустальное стекло вот здесь вот, которое будет...
так немножко поблескивать под светом, оказалось в жизни, что это совсем не так, что вы получаете вот такую вот металлическую штуковину с такой пластиковой коробочкой и набор таких маленьких пластиковых под хрусталь, таких бусинок, видите, вот эти вот, которые тут внутри вот эти вот лежат кругленькие, это вот они есть. И вы сами, что называется, набор сделай сам, очень милые ручки, вы сами должны открыть вот эту вот металлическую часть и все вот эти вот пластик, вот этот вот а-ля хрусталики, значит, засыпать туда внутрь и потом это все закрыть. И, в общем, типа вот так вот это будет выглядеть. На самом деле это выглядит совсем не так и совсем как-то выглядит кустарно, по-детски, как будто действительно какой-то набор сделай сам, сделанный в кружке умелые руки. В общем, это очень по-идиотски. Если бы я живьем это увидела, я бы никогда в жизни не стала это покупать, а вот так вот онлайн, понимаете, не очень понимаешь, что ты покупаешь. В общем, короче, это пойдет назад. Я заказала другие светильники, потом вам покажу, они еще ко мне не пришли. Другие я заказала на Амазоне, и вот, кстати, сегодня они должны приехать к нам, но пока еще нету. Вот так вот выглядит наш гараж. Не самое приятное помещение в нашем доме, но это место, где хранится машина. Машина сейчас здесь не хранится, потому что сейчас здесь хранятся стройматериалы, которые нам уже привезли. Вот это ванити, я вам сейчас открою, ее покажу. А, плитка. Вот он, красавец. Унитаз One Piece, который я вам объясняла, что это такое. One Piece — это одним куском как будто бы переводится. Я не знаю, здесь не видно. Я сейчас вам попытаюсь. Ну, в общем, короче, вы увидите, когда я буду... когда он будет стоять, ну вот вы видите, знаете, вот картинка, что здесь вот как бы это все одним таким, одним писом, неважно. Так, это наша плитка, это вот такая плитка у меня будет на полу, вот эта, типа под мрамор. И я купила такие 4 плитки, хочу в центре ванны вот так вот их положить таким вот узором, чтобы... ну, чтобы было красиво. Я не знаю, мне кажется, будет красиво, если честно, я не уверена. Может быть, это будет как-то выглядеть, может, она слишком маленькая для помещения нашей ванны, и будет это просто как заплатка какая-то. Я посмотрю, они придут, когда начнут работать, я так положу это, вокруг положим вот это и посмотрим. Если получится нехорошо вот эта штуковина, я просто все положу вот такой вот плиткой. Вот эта вот маленькая, такая черно-белая, видите? Это плитка для душа. В душ на пол нужно положить, тоже не хочу сейчас ее открывать, потом увидите, в душ на пол нужно положить такую мозаику, вот мелкую такую плитку, потому что она должна быть под уклоном, и потому что вода должна стекать в сток, и немножко нужно сделать уклон, поэтому, а большой вот такой вот плиткой уклон сделать невозможно. Значит, кладут вот такую маленькую плитку на сеточке, которую можно с ней с помощью сделать уклон. Вот такой вот у нас вот цемент, вот все вот это вот. Вот тут написано мое имя, да, это мой заказ. И вот эта вот штука. Мы ее немножко открыли, приоткрыли, но дело в том, что она стоит ящиками, то есть лицевой стороной к стенке, поэтому нифигашечки не видно. Я сейчас вам постараюсь показать, как это выглядит. Может быть, я вставлю картинку. Может и нет, я не знаю, если я найду. Ну, в общем, выглядит это вот так. Вот это вот поверхность, каунтертоп, две раковины, видите, она сразу идет с раковинами вместе. И, ну, что вам сказать, я не очень довольна, если честно, вот этим вот рисунком. Это кварц, который под мрамор. И иногда, знаете, он бывает, ну, вот это как повезет, что называется. Вот у нас на кухне он немножко другой. Он бывает такой, более такой, знаете, более такой плавный рисунок, более такие эти вот, как это, вены эти называются, мраморные, как будто более такие красивые. Здесь какие-то такие вот получились у меня какие-то крючки, загогулины, червяки какие-то. В общем, я не 100% хэппи с этим, но уже как есть. Уже назад ее не отправишь. И ты никогда с этим не угадаешь, потому что кварц, они вот так вот его, это они делают его с помощью... пресса, прессуют крошку и вот так вот как-то вот так рандомно разбрасывают эти вот штуки для того, чтобы получилось как будто бы эти вены. Как получается, так получается. Поэтому получилось, как получилось. Хотели как лучше. Ну, в общем, вот это ее цвет. Вот такого она будет цвета, с темно-серого.
Вот, к сожалению, больше показать вам не могу, потому что стоит она спиной. Так, давайте это закроем. Смотрим, какого она качества. Мы ее вот до сих пор, видите, так вот не открыли. Поэтому я, честно говоря, боюсь, что вот они ее откроют, ребята, понесут наверх. Там окажется, что все внутри переломано, поломано. В общем, короче, девочки, прелести ремонта. Будем надеяться, что все будет хорошо. А, да, и на стенку, значит, я заказала. Вот помните, я вам показывала, что я хочу такой Subway Tile. На стенку просто обычный белый. Он немножко такой кремовый, по-моему. Он не совсем обычный. Он такой немножко, видите, с таким с переливом и с такой волной. Он не ровный, не гладкий, а такой, ну как сказать, ну с волной, в общем, короче. Будет это лежать кирпичиком. Вот таким вот образом. И я хочу сделать вот эту вот, знаете, затирка, замазка, которую кладут между плитками. Я хочу не белую сделать, а я хочу сделать серого цвета, чтобы она подходила вот к плитке. Потому что плитка вот такая вот, видите, с мрамором сероватым и серой ванити. В общем, ну, чтобы так было все. Потом вот эти вот кусочки черные. И в душе будет у меня в клеточку такая черная плитка. То есть, как бы, чтобы это было, ну, какой-то такой бело-серо-черный вот такой вот какой-то... Какой-то паттерн. Вот так. Ну все, ребята, мне кажется, я вам все показала, что хотела показать. Краны стали, старые лампы, новые лампы, зеркала, плитку, ванити. Короче, все, что следующее к нам приедет, я буду вам показывать. Буду, наверное, показывать процесс. Может быть, в одном видео покажу, может быть, в нескольких. Но, по-любому, прощай, старая ванна. Бай-бай. Прощай, старый душ. С унитазом прощаться не буду. Я вообще, знаете, я человек, который очень по-идиотически просто совершенно привязываюсь к старым вещам и помещениям. Я имею в виду, вот, например, когда мы покупаем новую машину, естественно, выбрасываем старую, я испытываю такое чувство, знаете, какое-то такое вот, что вот как будто вот мой старый верный друг, я им предаю, я, мне прошло столько времени в моей жизни, в ней ездили мои дети, мы в ней ездили в отпуск, мы в ней ездили сюда, в этой машине, сюда. И, в общем, поэтому у меня как бы она вызывает такие нежные чувства, когда мы покупаем новую машину, а старую выбрасываем, у меня как бы к ней какие-то возникают такие эмоции, прям чуть ли не до слез. То же самое вот ванна, вот как бы здесь прошел кусок моей жизни, 10 лет почти, так что... Ну, помещение-то остается, просто меняется вся, весь антураж, поэтому как бы это вызывает во мне некоторые такие эмоции. Это глупо, конечно, я знаю. Ну вот. Все, ребят, до новых встреч. Всем привет из Канады, всем привет из моей ванны, всем привет из моего ремонтного влога. Надеюсь, что вам это интересно, надеюсь, что вы будете это смотреть. И посмотрим, как будет дальше идти. Я буду снимать, какие будут там проблемы, не проблемы. Я надеюсь, что все будет хорошо, проблем не будет. Все. Люблю, целую, до новых встреч. Пока-пока, ваша Дита.